она рассказала про эти возможности. А как она попала к нам в Челябинск? Она искала людей, как бы больше людям рассказать. И ходила на тренировки. А у нас чемпион. Буквально вчера я завирал золотая, в Турции, да? Уже Каппадокии. Он с тренером работал. И Юля пришла к нему тренироваться. Ну, конечно, не так тренироваться, как познакомиться. Наслаждаться своей жизнью, получать новые эмоции. И говорю, вот такие возможности. Так как он жил 10 лет в Америке, он 3 вопроса задал Юле. Юля говорит, это как откуда компания? Она говорит, американская. Все отлично, меня это устраивает, Хабир говорит, да? А ты, говорит, поедешь со мной, если я тебя повезу? Еще он спросил, Миша, понимаешь? Вот когда только компания зародилась, да? Ты подстригаешь, он половину сточку купил.